В эфире рубрика «Турецкий кринж». Был у меня в Фетхе один пляж, который я очень любила, и когда был не туристический сезон, часто туда ходила, потому что само место и дорога туда просто потрясающие. Я с нетерпением ждала, когда они откроются, потому что хочется иметь возможность заказать напитки в баре, полежать на лежаках или воспользоваться переодевалкой. Неделю назад мы пришли туда, и на входе узнали, что цена стоит 350 лир за лежак, что в 3,5 раза больше, чем средняя цена на других пляжах. Мы, конечно, хотели отказаться и полежать на своем полотенце, но нас туда не впустили. Сказали прямым текстом, что вы не можете пользоваться морем, если вы не оплатите лежак. Вообще, мне кажется, что это незаконно. Мы согласились оплатить и поняли, что мы там не гости, а машина для зарабатывания денег, потому что мы просили полотенце, а с нас попросили 800 рублей. Но самое интересное было в конце. Нам включили в счет 5% чаевых за сервис. Просто за то, что нам показали наш лежак.